первый зверствует Алексей, капитан команды. Номер 19 Кольшин Артем. Номер 13 Гущин Сергей. Номер 10 Мировкин Андрей. Номер 17 Тимошин Никита. Номер 27 Вознесенский Игорь. Номер 6 Федин Сергей. Номер 11 Ушаков Евгений. Номер 31 Третьяков Станислав. Номер 38 Серега Максима. Номер 1 Калитина Константин. Номер 99 Сатунов Илья. Номер 24 Ваня Александр. Номер 89 Петров Александр. Номер 15 Васюков Александр. Номер 22 Устриков Сергей. Главный тренер команды Владимир Николаевич. Тренер команды Огарачев Валентин Сергеевич. Матч обслуживает Сергеевская бригада. Ну что ж, теперь можно посмотреть и за игрой. Она постепенно набирает обороты, и чертановцы стараются атаковать. Единственный сегодня опорный полузащитник Влад Паршиков, которого мы, кстати, поздравляем с историческим событием в его карьере, с вызовом в молодежную сборную. Юношеской сборной в чертановском клубе никого не удивишь, а вот в молодежную Паршиков это серьезное достижение. Как ты считаешь, Сергей? Ну да, недаром Николай Писарев постоянно приезжал сюда. Не надо здесь смотреть, надо сюда. Если здесь пропадает, туда все уходит. Вот если отсюда не уходит, то... Безусловно, не можем мы не отметить и тот факт, что помимо трех чертановцев в сборной есть еще трое футболистов Строгино. Именно на стадионе «Янтарь» играем мы сегодня, на стадионе, на котором и играет Строгино. Местная школа также бурно развивается. Мы с ней очень бурно дружим. Три чертановца, три строгинца молодежной сборной нового созыва. Новый созыв, это значит, что все, закончили все эти люди, как то Канунников, Яковлев. Давно закончили, ну пусть. Так или иначе, абсолютно новая молодежная сборная начинает свой разбег. А здесь начинает разбег Сергей Горожай. Можно попробовать пробить, но делает передачу Сергей. И 17-летний вратарь Роман Клюкин мяч забирает. Надо, наверное, вспомнить о том, что в первом круге в Орле мы сумели победить. Хороший был поединок. 2-0 и на 0, соответственно, отстоял Алексей Кузнецов. И два гола мы сумели забить тогда. Федь Лимонов счет открыл. Ну и Александр Ковальчук уже во втором тайме увеличил наше преимущество. Здесь опасно, отбивает Кузнецов. И тут вдруг мы пропускаем. Вот это да. Не ждали беды. И забивает в итоге 31 номер Станислав Третьяков. Вот так вот. В середине первого тайма, в самой середине, Чертанова оказывается в роли догоняя. Если говорить о составе «Орла», то очень серьезную ротацию в этом сезоне проводит тренер Игорь Николаевич Лузякин, который работает просто под невероятным прессом в городе, в этом городе. Смотрим мы сейчас за этим навесом, и забирает его Алексей Кузнецов. В Орле еще помнят времена первого дивизиона, было это относительно недавно, в середине 2000-х команда играла. Играли причем там очень известные футболисты, тот же Владимир Бесчастных или Эдуард Мор. А здесь Роман Ксенчук разворачивается, и мяч, казалось бы, летит в ворота, но летит он мимо, будет угловой. Ну, я думаю, что будет навес. Гаранжа пробегает мимо мяча. Котов на Гаранжу. Интересно. Пошла подача, но защитники все-таки разгадали. И тут Паршиков из-за штрафной с левой. Не самая удобная позиция была именно для удара. Но нужно было, если и бить, то в касание. В общем, Влад сделал все, что мог. Не попал совсем немного. Сергей Гаранжа снова за мячом на правом фланге. Один в один может Сережа обыграть. И он проходит, убирает мяч под себя. Что сейчас? Назад на Котова. Котов будет навешивать. Навешивает Котов. Головой бьет Косинчук, но выше ворот. Безусловно, соглашусь. Сегодня день единства и согласия. Всех мы с этим, конечно же, поздравляем. И хотелось бы увидеть сегодня не только хорошую игру в исполнении чертановцев. Пока она хороша, как говорит мой коллега Сергей. Плетем мы кружевные комбинации, бьем поворотом. Было уже несколько опасных ударов, но пока проигрываем со счетом 0-1. И снова Станислав Третьяков на ударной позиции находился, скидывает назад и бьет его партнер. На этот раз Алексей Кузнецов мяч забирает. Станислав Третьяков, 31 номер. Так вот, Егор Рудковский сейчас пасует на Косинчука. Ну, смотрим, за этой атакой может быть опасно. Слева есть Антон Зиньковский. И Рома Косинчук бьет поворотом сам. Ну, наверное, все делал правильно, хотя были у него и адресаты для передач.
тот же Станислав Третьяков, который исполняет защитника большую часть своей карьеры, сегодня играет левого хавбека, такого латерали, и вот один из его проходов совершился голом уже. Здесь фол, и у мяча сейчас Егор Рудковский, который восстановился после травмы, сегодня вышел в основе. Пока комбинируют они с Косинчуком. Бил Роман относительно недавно, бил опасно, но гол это не завершилось. По крайней мере, первый удар в створ ворота у нас есть. До того было еще 4 удара, но все они прошли мимо створа. Это Влад Пашка Фион пытается бить, и рядом, очень близко к перекладине. Орел в пятером пришел в нашу штрафную, а здесь удар по воротам, и Леша Кузнецов, 2 сейва подряд, пожалуйста, в ближнем углу. Было очень опасно, еще один удар, но здесь уже мяч в рамку не идет. Три удара в одной в атаке. Орел догоняет нас даже по ударам. Очень опасно, со штрафного бил 7-й номер, один из самых опытных игроков этой команды, воспитанник московского «Локомотива» Игорь Вознесенский. Отбил Кузнецов перед собой. Ну, говорил Сергей о тренировках, о том, что не отрабатываем мы удары головой, но советую и Сергею, и многим остальным нашим поклонникам посмотреть несколько видео, которые выложены на сайте, и в частности на одной из последних тренировок удары головой отрабатывались очень плотно. А, он отходил, подсказывает мне, Сергей отходил как раз на время этого упражнения, но вообще я готов вам сказать о том, что на последней тренировке чудеса настоящие творил Федор Лимонов. В нападении Максим Серегин, номер 38. Необходимо, наверное, назвать и запасных. Орла наверняка кто-то во втором тайме появится. Косичук есть возможность для удара, но не решается. Роман убирает под себя, что сейчас здесь Зиньковский. Можно бить Антону, но накрывают Зиньковского. Косичук снова пытается подстроиться. Кто же будет бить? Гол! Не засчитывает Евстигнеев. А бил-то, между прочим, Максим Мерешко, 7-й номер, вышедший на замену. Бартасевич бежит что-то объяснять господину Евстигнееву, но не засчитывает. Видимо, после удара Мерешко мяч попал в кого-то из наших, в Шкуратова, который находился в положении вне игры. Добавлю, что Федь Лимонов перед началом этого поединка потерял варежку. Да, потерял варежку, но я увидел этот момент потери, поднял ее и отдал хозяину. Так что у Феди Лимонова с амуницией полный порядок. Смотрим, и есть на опасное пространство перед Антоном Зиньковским. И обманывает он 21 номера, скидывает удар, и это гол, гол, гол! Очень красиво Александр Шкуратов завершает. Все сделал, конечно, сейчас Зиньковский. Зиньковский сейчас реально выступил как молодец. Реально обманул 21 номер. Кто это был? Это как раз опытный Алексей Юткин. Показал Антон Зиньковский в одну сторону, ушел в другую, потом вошел в штрафную, отдал на Шкуратова. И Шкуратов свой 4-й гол в сезоне забивает, Саша. 1-1. Ну а как иначе сказать? Отличный проход, отличная передача и хороший хлесткий удар Шкуратова, который во втором матче подряд отличается. Наш нападающий Влад Пашков один в центре поля, но никому не отдает. Идет на троих и мяч теряет. Попытался подкатить, отобрать мяч Влад Пашков, но не получилось. И опасная атака. Орловчан уже в штрафной. И Стигнеев ставит на пенальти. Пенальти или что? Вроде бы показал на точку Александр Евстигнеев, и пока ничего вроде бы не показывает. Было там столкновение в чужой штрафной. Непонятно было в динамике эпизода, кто там был виноват. Взял мяч в руки один из футболистов «Орла». Это 7-й номер, Игорь Вознесенский. Неужели действительно он готовится бить пенальти? Ждем, ждем, ждем. Так, 7-й номер. 7-й номер «Орла» будет бить. Напомню, Максим, как фамилия молодого человека? Вознесенский. Да, Вознесенский по прозвищу Возня. Ну и давайте смотреть. Вознесенский против Кузнецова. Это пенальти. И вновь обманывают Лёшу Кузнецова. С точки мяч летит в другой угол, не в тот, который пытается контролировать Кузнецов. Ну и отдаем должное болельщикам «Орла», которые тут же взрываются поддержкой своей команды. Кричат «Орёл, Орёл!». Но
Время еще есть. Позади лишь 10 минут второго тайма. И, конечно, еще вагон, можно сказать, времени. И маленькая тележка у Чертанова на то, чтобы отыграться, попробовать во второй раз. На самом деле, куда больше народу, в том числе и чертановцев, толпится в штрафной. И, скорее всего, это, наверное, будет навес. Смотрим, там и Бартасевич, и Котов, и Панькевич, и Ганюшкин. Пошла передача. И удар! И гол! И опять офсайд! Ну что такое? Второй гол из офсайда! Не засчитывают. Да, действительно, офсайд, и снова нет гола. Была суматоха в штрафной Орла, и даже не успели мы заметить, кто там все-таки бил по воротам. Сейчас все-таки уже момент для удара. Может быть, неплохой. Гаранжа разбегается и бьет через стенку. Мяч летит. Но Хлюкин в свои 17 лет ловит этот мяч намертво. Не получается передача низом вперед. И может быть контратака. Хотел свалить, мне кажется, Зиньковский. Не получилось это. Перевод налево. Неплохо все получается пока у Орла. И уже в штрафной мяч. Это Вознесенский в район дальней штанги. Не то удар, не то прострел. Ну и в итоге Кузнецов будет бить от ворот. Есть подходы к воротам, есть удары в том числе и в створ. Но пока всего один гол. Один гол забили чертановцы. Ну и два незащитных, естественно. А сейчас очередная атака чертановцев. Шкуратов. Шкуратов обманывает своего оппонента, опытного 13 номера. Сергей Гущин, насколько я понимаю, от 89-го тоже убегает, уже штрафной. Саша, надо мячом распорядиться. Грамотно, Гаранжа! Гол! Шкуратов! Сделал этот гол Шкуратов. Безумный, просто невероятный проход Саши сейчас на самом деле. Сильный и точный прострел на Гаранжу. Именно это я и просил его сделать перед голом. Правильно распорядиться мячом. И Гаранжа как подстроился к этому мячу. Сергей, согласись, первый гол забил Шкуратов, но сделал его Зиньковский. А сейчас что сотворил Шкуратов? Вот здесь на левом фланге от двоих убежал, одного обманул. Первым на мяче, но все равно катился Шкуратов. И не дал мячу уйти, между прочим. И снова мяч у чертановцев. Федя Лимонов на Гаранжу. Гаранжа на Шкуратова. Шкуратов отдает Гаранжи. А сам бежит в штрафную. Навес головой. Можно попробовать. Зиньковский. Небольшого росточка. Но едва. Едва не выиграл. А это Федя Лимонов вспомнил свою пушку, но не разрядил. И на этом все. 2-2. Ну что ж, впервые мы берем очки за последний месяц, наверное, играем в ничью с Орлом. И мы сохраняем небольшое преимущество над сегодняшним соперником в турнирной таблице. На одно очко Чертанов опережает Орел. И мы идем 14-ми, Орел 15-ми. Жаль, не выиграли, не удалось приблизиться все-таки к Металлургу из Выкса, который нас обыграл в предыдущем туре. Сегодня зрителей на Янтаре было действительно много. Большой у нас тут чертановский отряд фанатов, которых благодарят наши игроки.